Тут с Димочкой гуляем, а тут птицы поют офигенно. Крокодил слов из пилюля. Тихо. Тут вот на окраине, уже на окраине вот дачи, у них сосенки. Ага, и тут вон спилили. Услышали звук пилы, и Дима сразу прям понесся смотреть, где пилят, разбираться надо. Да? Да. Ты будущий мужчина мой? Ой, чуть ногу не свернула. А тут что-то пустырь. А, луна. Трансформаторная будка. Здесь раньше, кстати, у нас стоял бак большой. 10 метров он, что высота больше даже. Как 5-этажное здание примерно. Чуть ниже. Убрали в прошлом году. И воды теперь нету в этом году. Как красиво. Как на улице красиво. А там тоже спилили? Тоже. А вон там тропинка. Она, кстати, выходящая это на поле. Пойдем посмотрим. Давай. Спилиные деревья. Тут тропинка, только надо идти аккуратно. По этим, по дорожке иди. Давай. По этим лесам мы когда-то за грибами здесь не были, ходили. Ну, все уже завалено. Под ноги смотри. Тропинок, конечно, нету. Летает там кто-то, подожди. Тут даже пройти. Не, не пойдем, пошли обратно. Обратно? Тут все завалено мусором, здесь надо одной ходить. Угу. Не пройдешь. Вроде тропинка, я думала, еще есть место. Там поле. Какое лежит этот. Поле там, там ничего это. Не выросло ничего, надо потом. Мы здесь, помню, детьми были, когда по этой тропинке проходили и кукурузу собирали. Потом сырую ее лопали. Куда идем? Назад? Да? Домой. А там давай спилим деревья. Далеко? Высоко, далеко, да. Далеко, далеко, туда до конца дойти, там поле. Большие поляны. Много-много. Это дерево, посмотрим, спилено. О, как красиво.